like a Hellcat. Вы на канале Каменный Декор, и я, Александр, приветствую вас. Для вашего удобства я проведу краткий экскурс по каналу, чтобы вам легче было найти удобный материал для просмотра. Мой канал создан специально для тех, кому хочется сделать своими силами и руками красивую отделку, как внутри дома, так и на фасаде, в стиле имитация камня или самим камнем. Все, что я знаю, умею и нарабатывал в течение нескольких лет, я с удовольствием передам вам. Вы всегда можете задавать интересующие вопросы в комментариях или присылать в личных сообщениях на почту или в соцсети, а контакты находятся во вкладке «О канале». Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные сюжеты. Все ролики я разделил на несколько плейлистов. Основной – имитация камня. Включает в себя ролики, мастер-классы с подробным иллюстрированием и практической частью. В них я рассказываю и показываю различные методики и техники, выбранные таким образом, чтобы любой мог это осилить без множества специальных инструментов. Ролики в этом плейлисте я формировал по возможности короткие и разбивал их на несколько частей, озаглавливая каждую часть, о чем пойдет речь. Таким образом, вам легче будет находить отдельную информацию. Бывают моменты, когда я повторяюсь, но в каждом ролике есть то, чего нет в аналогичных. Я стараюсь донести максимум полезной информации, поэтому физически все не могу включить в одно видео. Просматривая постепенно ролики, вы узнаете все азы по работе с цементными растворами и сможете получить удовольствие от процесса, так как у вас все будет получаться. Но если вы будете смотреть с перемотками, в работе будет сложнее. Следующий плейлист – эксперименты, тесты, инструменталка. Как вы уже поняли из названия, здесь все, что касается инструмента для работы, а также я провожу тесты и эксперименты для вас и вашего спокойствия, чтобы когда вы приступили к действию, у вас уже не оставалось никаких сомнений и твердо понимали, что у вас получится в конечном результате. И дополнительный плейлист – на обзоре. Здесь, в коротких видео, я буду давать свои отзывы на тот или иной инструмент, попавший мне в руки и проработав некоторое время. Также я сравню его с аналогами, бывшими в употреблении. Поэтому, если вы стоите перед дилеммой покупки инструмента, можете посмотреть эти обзоры и выслушать мое мнение. Оно может быть как положительным, так и отрицательным. Друзья, надеюсь, на моем канале вы узнаете для себя много интересного и полезного. А я желаю вам удачи в ваших творческих работах. Подписывайтесь на канал, кликайте по вкладке нужного плейлиста и смотрите интересующие вас видео. До встречи в роликах. Пока!